Друзья, мы сейчас у того, что ЛАИ называют мегазабором, и говорят, что это такое временное сооружение, которое охраняло, как бы построить для защиты от людей, чтобы там стройкой заниматься. Я сейчас покажу вам подробности, что это совсем не так. Вот перед нами уже великолепная, вот там уже часть стены, видите, выбрана. Тут дальше вверху все полностью было разрушено. А дальше идет уже подготовленный под финиш, вероятнее всего, в роскошных совершенно линиях соединений. Вы видите, тут вообще даже листок бумаги. У нас идут блоки. И они переходят. Блок святилища, мало того, что он заходит у нас за тот блок, то есть он соединяется. И видите, видите, как он выровнен? Вон он. И он интегрирован туда. Он здесь у нас по всему, по всей вот этой части выровнен. Здесь выровнен, сколько нужно снимать. И снимать всего 20 сантиметров от силы. Может, даже десяток сантиметров нужно было. Вот линия проведена. А дальше фасочка снята в углу, видите? А дальше там у нас такой вот наклонный тоже должна быть была выборка. То есть это все перед нами. Не какое-то временное или там какая-то охранная или такая вот, как изначально задуманная, блоки сложены, конструкция. Это просто крупная недоработка. Вот в этом элементе мы можем увидеть с вами роскошный недострой. Баальбек. Истинный тот вот, не античный, а доантичный баальбек. Его тоже не достроили. Античный, я покажу, он тоже не достроен. Подробное большое видео будет позднее, когда будет хороший интернет. До встречи. Я предлагаю вам, у вас есть желание приобрести альбом. Он зеркально сейчас, по-моему, снимается. Джованни Батиста. Великолепный, не просто альбом. Есть альбом, а это календарь на 2023 год. Каждый месяц у нас выделен отдельной гравюрой и ее фрагментами. Роскошнейшие гравюры, причем гравюры мы взяли в основном те, где Пиранези реконструировал древний мир. Я сейчас кого-то накажу. Кто-то ко мне лезет, без мелкий. Мать их бросила, вот пришлось их с сестрой приютить. Сейчас вот выхаживаю, потом разбегутся, конечно, в саду живут, а ночуют, конечно, вот уже здесь на террасе. Вот такие, такой замечательный календарь по месяцам с реконструкциями Джованни Батиста представлял Рим, иногда зарисовывал. Вот, например, перед вами египетский обелиск, это все его зарисовки. И кроме того, еще есть календарь, то, что мы называем на магнитик, на холодильник, сразу по месяцам Джованни Батиста Пиранези. Напишите в электронную почту, указанную ниже. И вы получите этот календарь при соблюдении некоторых условий. Все там.